Друзья, в наше непростое время сейчас кэшбэк это есть очень даже хорошо. Сейчас мы с вами выведем тот кэшбэк, который у меня пошел по рефералам. Давайте посмотрим в целом, сколько мне пришло денег. Вот я получил раз по 150, остальные по 50 у нас рефералы идут. И где-то здесь у нас был второй. То есть вам нужно скачать приложение по моей ссылочке. Вот и второй раз пройти регистрацию, и вы получаете данные денежки. Можете пользоваться, выводить на карты без комиссии и так далее, и так далее. Очень большие преимущества, кэшбэк и скидки. Но самое главное то, что работает реферальная система, и это приятно. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. Если вы наткнулись на данный видеоролик, значит, вам нужно удалить Instagram страницу профиля или аккаунт, как понимаете. И решение есть. Решение будет довольно короткое, не то, которое я вам показываю. Там нужно переходить в тьму, глубину какую-то настроек, чтобы это сделать. Это будет очень просто сделать с ваших настроек, с приложения, с устройства Android, iOS, неважно. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Вот, друзья, давайте же приступим к тому, как же все-таки это сделать, и обязательно отблагодарите меня за данную информацию. Подпишитесь на мой второй канал, он в описании под видео есть и в закрепленном комментарии. В качестве благодарности. Значит, что нам нужно? Заходим в Instagram, нажимаем вверху на три палочки вверху в правом верхнем углу, настройки конфиденциальность, центр аккаунтов, вот личная информация. Владение и управление аккаунтом, нижний пункт. Деактивировать или удалить. Деактивировать или удалить. Выбираем. И здесь у вас есть выбор. Деактивировать, то есть это будет временно, либо же удаление аккаунта нельзя будет отменить. Вот мы его удаляем. Здесь можно выбрать причину. Вот, пускай будет другая причина. Продолжить. В цели безопасности введите ваш пароль. Подтвердите окончание удаления аккаунта. Удалить аккаунт. Окончательно будет удален 29 мая, то есть через 30 дней. Все. А до этого времени вы можете его восстановить. У вас есть 30 дней на восстановление. Ну вот и все, друзья, как сами видели, действительно все очень просто, доступно, легко делается, ничего в принципе сложного нет, 30 дней еще аккаунт будет существовать для восстановления, если вам это понадобится, после чего он окончательно удалится и не будет вас беспокоить, совершенно. Очень просто, как сами видите, если вы посмотрите других блогеров, вы увидите то, что они очень замороченно это делают, хотя это просто можно сделать с настроечек без всяких углублений. Что вам нужно сделать? Подписка, лайк, комментарий, делимся с друзьями, близкими и знакомыми. Дальше больше, скоро увидимся.